главного тренера Кишиневской дачи Олега Бежнаря. Я думаю, что господин Бежнар сначала должен высказать свое мнение по поводу прошедшего матча, а уж потом, наверное, есть смысл задавать свои вопросы. Пожалуйста. Здравствуйте, во-первых. Как мы и предполагали, матч был тяжелым для нас. В первом тайме мы немного нервничали. Во втором мы уже справились с своими нервами. И вы видели сами, что мы контролировали игру. Это мое мнение. Хотя могли в конце пропустить. Вот. Мы сыграли с Копязом, с очень хорошей командой. Очень хорошей. Она показала все свои хорошие качества. Мы этого не ожидали даже, если честно. Вот. Но теперь у нас есть картина. И дома мы будем работать, как мы умеем. На победу. Тут на сайте клуба «Дачи» была дана информация о том, что матч пройдет на стадионе «Далгарен», который находится в поселке Мардикян, в армянском поселке. Вот как вы можете прокомментировать это? Клуб «Дачи» извинился за этот инцидент. Речь, на самом деле, не шла о том, что это армянский стадион. Ни в коем случае. «Дача» в своем сообщении выразила уважение к азербайджанскому народу, сборной клуба «Кепас», и мы это воспринимаем как неприятный инцидент, и мы принесли свои извинения за то, что произошло. Мы еще раз подтверждаем свое уважение к азербайджанскому народу. Честно говоря, до игры все мы думали, что представляли «Дачу» совсем по-другому, и думали, что, честно говоря, представляли ее фаворитом этой группы, но совершенно мы увидели совершенно другую команду. Можете вы пояснить, это были ваши установки или просто непонятно, что было с командой, что за игру показалось? Я не знаю, почему у вас такое мнение. Здесь, как и у вас, так и у нас новые игроки. Да? Пока мы не притерлись, мы работаем всего 20 дней вместе. 20 дней. Поэтому есть какие-то недопонимания, но мы их устраним. Вы это увидите в следующей игре. Это однозначно.